Чуть меньше 5 минут остается играть во второй четверти. С мячом Егор Пакинко скидывает дальше, но не удается бросок у Исмаилова. Подбор забирает Савицкий, а пока на паркете находится Ванин. Что же там произошло, непонятно. Кто мог гиганта Руны срубить? Ну и вот интересный момент. Егор сейчас эмоциональный всплеск испытал, но еще больше эмоциями его задавил главный тренер, намекая, что Егор, не надо судьям ничего высказывать. Центровые нужны, центровые важны. Ну и отзачищались Руна. Однако утвердительно мы это можем сказать после судейского просмотра. Судьи будут в эфире, поэтому давайте послушаем. Пожалуйста. Вот, отлично, назад, пожалуйста. Иду вперед по кадру. Нет-нет, назад раньше. Предыдущий эпизод. Вот этот, да, когда 41 красный атакует. Назад, пожалуйста, и медленно смотрим. Вперед, поехали. Медленно. Медленно, пожалуйста, сделаем. Я не вижу здесь акта насилия. Вверх, чуть выше. Да. Стоп. Буквально чуть-чуть назад. Еще назад, еще назад. Поехали медленно, также вперед, пожалуйста. Я не вижу здесь акта насилия. Продолжаем. Лицевая линия. Спасибо. Итак, основную мысль вы слышали. Акт насилия не был здесь замечен на площадке. А значит, просто продолжаем игру без неспортивных, с обычными замечаниями. Егор Пакинко, причем, фол заработал. А здесь вот Егор Ванин намекал, что Чигликову можно что-то выписать, потому что Чигликов Дамир напрыгивал на кольцо с локтями вперед.